Нет, только не тупик, пожалуйста. Нет, не бей, пожалуйста, не надо. Ты отвечал на вопросы неправильно и должен за это отвечать. Ну я просто не понимаю. Отлично. Кто-нибудь знает, сколько будет 18 разделить на 3? Ну же. Балди, ты знаешь ответ? Ну... Четыре? Четыре? Нет! Неправильный ответ! Простите, я больше так не буду. Ладно, попробуем попроще. То будет на... Можете повторить, пожалуйста? Пример написан перед тобой. Ты что, не умеешь читать? Ну-ка, выходи перед классом. Тогда научу тебя... Слушай, Балди, ты же не хочешь, чтобы меня уволили? Тогда учись нормально. Грёбаная домашка, как ее делать? Давай, учись. Вау. Так вот это работает. Вот как это делается. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Прости, Джонатан, но это единственный выход.